Транспорт ждет маршрутов. В Кирове около 70 школьных автобусов для районов простаивают, когда заведут машины и они отправятся в сельские школы. Об этой и не только новостях расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». В Кирове больше двух месяцев простаивают новые автобусы, предназначенные для сельских школ. Около 70 машин передали области еще в сентябре перед выборами. С тех пор ими никто и не пользовался. Как пояснили в Министерстве образования, необходимые для регистрации автобусов документы они получили 2 недели назад. Сейчас транспорт ставят на учет в ГИБДД. После этого автобусы отправятся в сельские школы. Работу с документами планируют завершить к декабрю. Центральная диспетчерская служба забыла изменить в мобильном приложении маршрут автобуса 38. С 22 ноября он начал курсировать по новому маршруту. 38-й автобусы продлили от остановки улицы Андрея Упита через Луганскую. Но на схеме мониторинга маршрута конечную не продлили. Узнать, через сколько приедет транспорт на конечную, кировчане не могли целый день. Киров оказался в списке городов с самыми низкими пенсионными ожиданиями. Такие исследования провел портал «Суперджоб». 35% жителей города рассматривают пенсию как основной источник дохода в старости. 25% планируют работать на пенсии. Также у кировчан оказались самые скромные представления о достойной пенсии – 39 тысяч рублей в месяц. По мнению среднестатистического россиянина, достойная пенсия на сегодня должна составлять 43 тысячи. Житель Кировской области спас серого журавля. Мужчина нашел птицу в Пижанском районе. У журавля была травма груди. Птицу срочно перевезли в Центр реабилитации животных «Большое гнездо», где дали имя Жура. В центре сообщили, что журавля вовремя спасли. Сейчас специалисты ждут результата анализов, чтобы понять, чем именно больна птица, и уже потом назначат лечение.